Ну что, давайте начнем. Мы сегодня с вами будем обсуждать макротренды, то есть глобальные тренды, которые ожидают нас в это десятилетие. И не только десятилетие, даже чуть-чуть затронет период и больше мы поговорим об этом. Я говорил, кто ходит на мои лекции, я говорил, что два основных тренда, которые нас ждут в течение всего века, это технологии и природа. Но это отдельная тема, мы зацикливаться на них конкретно не будем, потому что об этом можно говорить бесконечно. Но мы сегодня поговорим больше о трендах демографических, как демографические тренды отражаются на подиуме, в съемках, в дизайне, в производстве и так далее. И начнем мы с вами с первого тренда. Наверное, один из основных трендов последнего времени – это иллюзия. К этому макротренду, к этому большому тренду мы можем отнести очень много разных моментов. Это и дипфейк. Дипфейк, вы знаете, что это? Он связан с технологиями. Сейчас можно уже воссоздать и повторить голос. Можно воссоздать человека, чат GPT, видеоформат и так далее. То есть это очень актуальный такой технологический момент, связанный с этим макротрендом. Сюда же можно отнести и тенденцию к эскапизму, то есть желание сбежать от окружающей действительности, от того, что нас с вами окружает, от проблем быта, от проблем мировых и глобальных, геополитических, тоже относится к этому макротренду и развивается уже в микротрендах, ну, например, коттеджкор. Это эффект трамплёй. Это эффект размытого изображения, блюра, если мы говорим, например, о принтах в данном случае, как выражается этот макротренд. То есть эффект обманки. Вообще эффект размытости, эффект чего-то неопределенного, как и время, в котором мы проживаем, он и отражается поэтому в дизайне в таком виде. Этот эффект переживает второе рождение. Это, конечно же, все искусства и ремесла тоже относятся к этому тренду. Сейчас покажу вам тоже примеры. Сюда же к этому тренду можно отнести новые науки. И, знаете, во времена неопределенности мы с вами обращаемся к эзотерике, гипнозу, каким-то философским практикам, чтобы хоть как-то получить информацию о том, что же нас будет ждать. И, конечно же, создание новых химер, новых, как на показе, например, Скиапарелли. Давайте посмотрим примеры. Самое главное, с чего началась тенденция даже тихая роскошь, я бы сказал, это показ Боттега 22 года осень. Демонстрировался он, естественно, в начале 22-го. Как вы понимаете, дизайнер Мэтью Блейзи, это его дебютный показ. В чем особенность первого лука? Вот здесь мы с вами видим первый лук его коллекции, когда он вступил в должность креативного дизайнера этого дома моды. И те, кто не понимают, они не понимают, а что здесь такого? Девушка выходит, то есть все ожидают, что как себя проявит креативный дизайнер в новом доме моды, да? А мы видим джинсы и белую майку. Но на самом деле здесь не белая майка и джинсы. Здесь вообще не джинсы, это кожаные брюки. Они как бы нарисованы как джинсы. И вот в этом вся суть тренда «тихая роскошь». Это говорит о том, что то, что мы носим, то, что это дорого, знают только те, кто это знает. Понимаете, да? А остальным это знать не обязательно. Вот, поэтому я считаю, что вот этот первый лук этого показа Ботеги – это прям первоисточник вот одного из направлений. И дальше мы видим развитие это в других показах и у других дизайнеров. Как вы здесь видите, да, как будто бы это джинсы, но они уже, это явно не джинсы, это могут быть материалы с пропиткой, с переработкой. Вот здесь очень эффектно юбки видно вам, да, как будто бы она нарисована пикселями такая, да. Здесь тоже не джинсы, они разрисованы таким образом на показе Валентина. У Жан-Поля Готье, вы видите, даже джинсы тоже нарисованы и нарисованы вот эти детали и расшиты бисером. Продолжение тоже этого тренда. Вот лето 24 уже. Вот интересные примеры. Здесь видно, как расписан мех. То есть мех, шуба из
не меха, так скажем, да, из искусственного меха, который нарисован на самом деле гуашью или акварелью, или якобы трикотажная кофточка, но она не из трикотажа. Вот такие все моменты, вот такие детали и такая инновация в производстве, она все больше и больше обретает популярность. И если вы бываете на профессиональных выставках, таких как Премьер-Визион, например, то вы видите, что появляются все больше дизайнеров, которые имитируют традиционные принты. В этом и есть суть этого тренда, это имитация. Да, имитация традиционных материалов и ресурсов. То есть весь век самая основная тенденция в производстве – это производить материалы, похожие на традиционные, но из других материалов. Из банановой кожуры, из картофельной шелухи, из луковой и так далее. То есть, но, да, это отдельная тема, сейчас не буду на этом останавливаться. Вот еще примеры. Шубы, которые расписаны, да, вручную. То есть меха там, как вы понимаете, нет. Вот еще это последний прям показ Марни. Потому что лекции мои, они живые, они пополняются постоянно тем, что приходится видеть на подиуме. Вот Марни и Маскина. Посмотрите, вот здесь тоже подтяжки, да, и вот декор, это все тоже нарисовано на шелке. То есть вот такой эффект фейковый, да, как бы фейковое что-то. Вот это и есть тот тренд иллюзий, о котором мы с вами говорили. Вот здесь можно что-то похожее на эффект трамплёй, Y Project. Вот здесь обращаю ваше внимание на принт. Что он вам напоминает? Хальмстед, вот крайний. А? Грядку? Камуфляж, конечно. Но он, камуфляж это отдельный супер большой тренд, сейчас мы о нем поговорим. Но важно камуфляж рисовать не в военной стилистике, а находить новые варианты, новые интерпретации. А вот еще тоже эффект разрисованный, да, трамплин. Ну, этого вы видели тоже очень много, я думаю, на показах. Следующий важный тренд, макротренд, напомню, да, это protection, то есть защита. Я не хочу пугать, но всегда получается пугать. На самом деле мы с вами вошли в турбулентный период, который не закончится еще в течение 10 лет, а то и больше. Этот период, мы в нем живем, и я всегда говорю о том, что я не пугаю, я просто говорю, что мы должны подготовиться и адекватно воспринимать реалии, которые существуют вокруг нас. Это неплохо и нехорошо, мир это уже когда-то проживал, поэтому нам тоже выпало вот этот цикл прожить нам с вами. Потому что по всему миру сейчас будет большое количество событий, связанные с климатом, с геополитикой. И вы все в курсе всех горячих точек на глобусе, на карте мира. Да? Они всегда будут в напряжении так или иначе. И вот таких точек, как будто бы они всегда наготове, да, таких будет все больше и больше появляться. То есть вот это напряжение, оно будет постоянно нас беспокоить. Но если мы будем в этом напряжении жить, мы не сможем как бы вообще существовать. Да? Нам нужно просто к этому привыкнуть. Как минимум до 2030-х, 40-х у нас ждет турбулентный период. И только 50-е, 60-е мы увидим новое время, когда мир обретет уже несколько иные очертания. Сейчас нужно просто привыкнуть к нашей реальности. Так вот, тренд на защиту от окружающего пространства, от того, что переживаем. Кстати, посмотрите фильм «Отель Артемида». Вот он как раз очень хорошо описывает то, к чему мы идем, и то, где мы уже с вами живем, в каком мире. Это поиск физической и эмоциональной защиты. Здесь тоже очень много можно говорить о том, что это не важно, какая индустрия. Мы с вами говорим о трендах, которые во всех индустриях проявляются. Если в мебели, то это, как вы заметили, мебель в последних коллекциях не имеет острых углов, например, последняя тенденция. Она скругленные углы, которые говорят о том, что ты не ударишься, нет ничего опасного, нет ничего острого. Если это мода, то вещи, которые тебя окутывают как кокон, защищают от окружающей среды, вот эти крупные свитеры какие-нибудь, водолазки и так далее, кардиганы, трикотаж вообще большую роль играет. Это все относится к этому макротренду. Защита окружающей среды, тоже сюда же. Защита от климатических изменений, об этом мы поговорим отдельно, это отдельное большое направление. Это демонстрации и бойкоты, которых будет очень много по всему миру, связанных с несогласием людей с тем, что происходит в том или ином регионе.
ну, нет такого места на карте, которое было бы спокойно, потому что куда, где ни возьми, везде есть вот эти напряженные конфликтные точки. И никто, никакая страна их не сможет избежать. Это как нарыв, и мы должны пережить этот момент. Дальше углубляться не буду. И поиск социальной справедливости, защита окружающей среды и так далее. Как это проявляется на нашем с вами уровне, то, что мы видим на подиуме, например, испанский дизайнер Анна Локин, обратите внимание, это осень 2019 года, соответственно, показ проходил весной, зимой-весной 19-го начала, задолго до медицинского события. И уже предвестники вот этой защиты, да, себя от окружающей среды, готовность к атаке, готовность к нападению, готовность, что на тебя нападут, вот это постоянное ощущение страха. Вот еще очень интересный показ, который в деталях показывает о том, что мы готовы защищать себя, свою семью и окружающий мир. Здесь отдельно тренд на военную тематику, на милитари. А колоссальный всплеск во многих коллекциях. Так сразу, может быть, вы это не увидите, но детально, когда вы это соберете, вы увидите, что по отчетам, например, лидирует военная стилистика, военная тематика, и она до сих пор актуальна. Вот последние показы — это все, что напоминает. И особенно тренд брюки, заправленные в сапоги. Вот это тоже очень актуально. Это тоже все из милитари к нам пришло. Вот всевозможные тоже отсылки к этой теме. Что хотел сказать, еще принт, о котором я говорил, защитный. И вот здесь дизайнеры находят новые возможности, новые варианты интерпретации этого защитного принта. Видите, вот здесь как будто бы человечки, прыгуны такие нарисованы, да, но издалека создается эффект, что это принт милитари. Вот такие находки, вот такие искать решения, которые напоминают. И вообще, обратите внимание на этот бренд, потрясающий. Это, кстати, один из моих любимых показов именно этого сезона, потому что в каждом сезоне есть какой-то показ, который прям выстреливает. И вот здесь прям все-все-все тренды. Это и замки, и карманы, защитный милитари принт. Любимый не в плане того, что мне нравится эта одежда, да, понятно, что мы все с вами любим, нам нравится последний показ Гальяно и так далее, но Маржела, извините, но здесь очень много вот того, что отражается в этих глобальных трендах. Это защитный цвет, вот эти всевозможные сборки, юбка-парашют, это один из трендов на зиму 24-го, мы говорили об этом на другой лекции с вами. Очень популярный, спрос очень большой, особенно в Северной Америке, в Бразилии и Юго-Восточной Азии. Такого силуэта. Сборки, кармашки, защитные жилеты. Вот это все супер актуально. Вот почему мне нравится, потому что он умеет комбинировать, видите, потому что один из трендов — это как раз-таки корсетная тематика, лонжери. И так красиво соединить защитные элементы, да, и корсетри, вот это потрясающе просто, как он сумел, поэтому восхищаюсь в данном случае вот этой работой. Ну и, конечно, вот примерно, что нас ждет. То есть, так или иначе, одежда постепенно переходит в формат робы, в формат какой-то униформы. На самом деле, мы это все тоже проживали. Если бы девушкам, дамам конца 19 века в стиле Анны Карениной сказали, что через пару десятилетий они будут носить чуть ли не единое нижнее белье с мужчинами одинаковое, да, и какие-то униформы, вещи, они бы не поверили, как это вообще возможно. Но это все было. Поэтому мы тоже, так как мир, я попытаюсь вам сейчас глобально показать, мир входит в этот турбулентный период, поэтому и одежда отвечает запросам этого времени. Все должно быть унифицировано. То есть, видите, одежда, ты всегда наготове. У тебя много карманов, куда ты можешь положить там паспорт, водичку, прикрепить и пойти срочно эвакуироваться, условно говоря. Еще один потрясающий показ, вернее, не показ, да, очень важный момент, мы говорили об этом, о том, что многие дизайнеры, это связано с трендом «тихая роскошь», они уходит от формата ежесезонных показов, потому что это, в этом нет смысла.
потому что это потребление, да, это как бы люди не успевают даже посмотреть все детали одежды, потому что это обидно. Какое-нибудь интересное платье, вариант вышивка его и трудозатраты. Дизайнер потратил 4 месяца, может быть, его вышивальщицы, да, это красиво расписали и расшили платье, оно прошло по подиуму за минуту, мы с вами листнули слайд и пошли дальше. То есть поэтому многие дизайнеры переходят в формат лукбуков или пропускают показ. Показы многие дизайнеры сейчас сделали в этом сезоне и написали об этом, что мы этот сезон пропускаем. В этом нет ничего такого. Мы просто вернемся в следующем. Многие, как Типова Лавена, это два дизайнера, у них очень интересный код. Отдельно о них мы поговорим на нашей лекции в четверг, потому что там есть болгарская стилистика, но не на этих изображениях, и английское соединение. Вот это все как раз тоже тренд, о котором мы поговорим в отдельной лекции, обширная тема. Лукбук, их на них сайте, осень 24-го последний, вот тоже обратите внимание, как принт милитари здесь тоже обыгран, но при этом посмотрите на силуэт, вот эти ботиночки, вот эта прическа, силуэты конца 19-го, начала 20 века, тоже очень интересно, со стилистикой поработали. Еще один Антонио Марос, посмотрите, это тоже последний показ, и здесь тоже защитный принт. Пума, последний показ, тоже в Нью-Йорке. И вот как они обыграли это в ярких цветах. Ватман. Последний показ тоже. Обратите внимание на красный фон для стилистов, потому что это одна из тенденций стилизации. Красный фон пока еще остается в лидерах. Очень много и лукбуков, и рекламных кампейнов, и даже показы проходят на красном фоне. Пока еще можно успеть захватить этот тренд. Следующий важный тренд, очень большой, очень-очень важный. Это возрастное поколение, то, что называется серебряный возраст. Многие к этому пока скептически относятся. Сейчас попытаюсь вас в этом убедить, что это очень важный тренд. Дело в том, что повышается средний возраст, и в связи с этим, но при этом рождаемость падает. И все это приводит к тому, что в течение века все индустрии будут работать на демографическую когорту 65+. Ну, скоро это мы с вами, по сути, будем. Потому что мы не рожаем, а при этом мы старимся, и вот вся индустрия будет как раз нацелена на эту аудиторию. В связи с этим встает вопрос о занятости, трудозанятости населения 65+. Вы это тоже наверняка встречали. Вот 104 года средняя ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году, а в России уже сейчас более 37 тысяч человек старше 100 лет проживает. То есть это один из трендов. Хотя это все тенденция, потому что, если вы вспомните 19 век, привожу пример Толстого, смерть Ивана Ильича, там весь все его, это не роман, это повесть, старик умирает, но этому старику 47 лет. По нашим меркам это вообще еще как бы мальчишка, можно сказать, да, и как сейчас это все изменилось. Соответственно, встает вопрос о... вот как это по-английски называется, age diverse workforce, то есть рабочее пространство для разных возрастов, да, multi-generational workforce, где люди разного возраста могут работать вместе, молодежь с другой возрастной группой. Мы видели это с вами в фильме как предвестник этого, потому что культура и киноиндустрия, они поддерживают все эти макротренды, они все, у нас тоже отдельная лекция посвящена именно киноиндустрии, как это все отражается, все эти тренды в кино. Самые старые страны в 2050 году. Вот вы видите, это азиатские страны по большей части и европейские страны. Вот там просто катастрофа. Просто катастрофа. Потому что уже сейчас в Сеуле рождаемость 0,5 на женщину. Ну, то есть это очень большая проблема. В Японии, если кто-то был в азиатских странах, мне посчастливилось быть в Японии, и это, конечно, сразу же тебя окунает в атмосферу, потому что везде, вот мы привыкли, что у нас молодежь везде работает. В кафе, вот сейчас вы ходите, да, бармены, продавцы, консультанты, это все молодые люди. Там
Это леди 50-60 лет. В любых кафе, в любых магазинах. Ты сидишь в отеле в лобби, там играет музыка 70-х. То есть вот такая атмосфера. Хотя для нас, как когда-то казалось, что Япония это что-то прогрессивное, но у них там тоже эта проблема очень-очень высоко стоит. И вот как мы видим, этот тренд отражается уже в съемках, в журналах. Например, журнал Vogue вы видите, да? Вот мы с вами, по сути, скоро. Вот это наше будущее. То есть в съемках это все уже проявляется. Очень много возрастных моделей. Вот португальский Vogue, пожалуйста, корейский Vogue, потому что это их насущная тема. Сингапур, Германия, Индия. На обложке филиппинского Vogue. Филиппинский Vogue это отдельная тема. Там молодые модели только присутствуют в рекламе брендов в начале журнала. Все остальное это вот такие съемки. Конечно. 106 лет. Татуировщица филиппинская. Вот она на обложке. Съемка с ней. И вот, чтобы вы понимали, филиппинский Vogue вот это вот так. Всегда. И все съемки, вот внутри все фотосессии, они такие. Потому что это их уже реальность, чтобы вы понимали. Вот модели филиппинского Vogue. Вот еще одна обложка. Мы видим это в кампейнах, да, Prada, Loewe, Saint Laurent. В лукбуках многих дизайнеров тоже очень много возрастных моделей. Ну вот, супермодель, тоже известный бренд. Вот еще. Интересная реклама. Пиво Beck's, у него лозунг «Пиво, запрещенное для тех, кому меньше 70 лет». Вот. И в этом рекламном кампейне вы можете найти в YouTube этот ролик, посмотреть. Вот там тусуются такие девчата и ребята, которым 70 плюс лет. Вот такой рекламный ролик. Еще один бренд Kit, который, в принципе, не направлен на возрастную аудиторию, но его рекламные кампании вот такие. Как вам? Вот Champion. Реклама очков. И в этот тренд мы как раз включаем вот новое понятие, да, age diversity, age-free models, то есть модели без возраста, свободные от возраста. Или еще есть такой термин, как flat age, плоский или ровный возраст. Да, когда, и вы сейчас все видите на подиумах модели, которые были очень популярны и молодые в 2010-е, например, нулевые, как кто в теме, Мария Карла Боскана или великолепная Джессика Стэм, они сейчас все появляются тоже на подиумах. Ну, не говоря о той нашей элите 90-х, как Наоми Кэмпбелл. И вот мы видим это тоже, как проявляется на подиумах, в лукбуках. Возрастные модели появляются все чаще и чаще. Актрисы. Вот тоже очень интересно. Да, ну, а, не знаю, можно вам говорить или нет. Да? Я же не знаю, кто здесь. Вот будут страны, в которых население будет возрастное, а будут страны, в которых будет молодое. И задача будет их объединить. Поэтому будет очень много интересных пар. Этого много, но я эти слайды вырезал на всякий случай от греха подальше. Но эти истории все есть. Значит, вот еще последние прям показы 24-е годы. И мы плавно переходим к четвертому тренду. Четвертый тренд – это новая демография. Это очень важный тренд, потому что мы видим, как смещается полюс, культурный вектор в страны БРИКС, так скажем, да. И в целом сейчас весь мир, вот то, к чему мы идем, просто вот этот трансформационный период, с чем он связан? Потому что мир делится на две зоны. Это западная часть, она будет жить в своем мире. И другой мир, это мир стран БРИКС со своими условиями, со своими нормативами и со своими культурными кодами. И вот сейчас этот маятник просто раскачивается, пока не устаканится деление на эти две конкретные зоны, на резкие два контрастных территории. Кто-то будет уезжать туда, потому что ему не будет нравиться здесь, кто-то, наоборот, оттуда очень много будет приезжать сюда, очень много миграции будет в конце этого года, в Россию в частности, так что ожидаем. И вот, значит, что, с чем это связано? Что карта
на 2023 год, вы видите карту фертильности. Я говорил вам, что большинство стран Европы и Азии, там коэффициент рождаемости 0 с чем-то процентов. Да? Особенно катастрофа это вот Китай, Южная Корея, Япония, все европейские практически страны, Испания, Португалия, Италия, там Нидерланды вообще катастрофа тоже. А самое высокое это красное. Там 6, 7, 8 детей на женщину в среднем. То есть это значит максимум может быть 12 и так далее. То есть там фертильность очень высокая. Соответственно, о чем это говорит, скажите мне? Вот эта карта. Конечно, это будет переселение, смешение, кровосмешение, поэтому будет меняться тип человека. Отсылки к этому мы видим и на подиумах. По рождаемости в России, понятно, что все очень плохо в наших с вами западных регионах, но Якутия лидер. Каждая пятая якутская семья многодетная, а в 23-м преодолели миллионный рубеж по численности населения. Обратите внимание на этнотип, да? То есть... Соответственно, на подиуме мы видим этнических моделей, становится очень много. Самые топ-модели, если вы зайдете на сайт models.com, например, там есть рейтинги моделей, ну или на любых других сайтах, Techbog тот же самый, то вы увидите, что в топе 10 там бледнолицых практически нет. Там азиатские или африканские модели. В кампейнах постоянно внедряется вот такой термин «семьи», полиэтнической, да, когда у тебя папа чернокожий, мама белокожая и так далее. Отдельная у меня подборка, но просто невозможно включить в лекцию рекламных кампейнов, когда популяризируется образ того, что парень должен быть темнокожий, девушка белокожая. А высмеивается в тех же рекламах образ белого парня. Это в европейских, я имею в виду. То есть культивируется вот эта подборка, что должна быть пара черный-белый. В ВОГах, в журналах всевозможных тоже очень много этнических моделей. Почему это? Вот, кстати, очень интересный компонент. Вот это будущее западной части. Возрастное. И мне очень нравятся эти компоненты, потому что здесь на одной картинке, вот, пожалуйста, будущее. 65+, и Black. Вот это... Значит, косметическая индустрия тоже подстраивается, новые оттенки кожи. И к чему мы идем? Вот как будет выглядеть среднестатистический человек к концу этого века. Вот все, что мы с вами сейчас обсудили, это чернокожие модели, Африка, в нашем случае это Якутия регион. Соответственно, вот того чистого белого, у нас часто практически трудно найти. Есть кто-то вот прям чистокровный у нас здесь, славянин. О, один, два, ой, есть, есть. Есть, не выходите замуж за те... Ну ладно. Следующий тренд – это автономия и свобода. Катастрофический тренд, потому что у него плохие последствия. Нас воспитывают по модели индивидуалистической. Да? То есть мы сами за себя, мы за себя постоим, мы сами решим свои проблемы. Соответственно, работа фрилансерами и отношения виртуальные на расстоянии. Очень много таких браков я знаю, когда живут на расстоянии. Например, жена работает в бизнесе здесь, уезжает там в другую страну на выходные к мужу, например. Такого все будет больше. Жак Атали в «Краткой истории будущего», написанной в 2006 году, уже писал об этом, что люди смогут учиться вдалеке, получать медицинское обслуживание дистанционно. Да? То есть все это было прогнозируемо. И в фильмах мы видим самая главная, наверное, иллюстрация этого фильма «Она» про любовь с операционной системой. К чему ведет этот тренд? Плавно переходим к шестому, а он ведет к такому новому понятию, как социальное одиночество, societal singleism. Соответственно, очень много пар, в которых дети рождаются вне брака, или все больше людей, которые живут, выбирают одинокий образ жизни. И очень много рекламных кампаний, которые это пропагандируют, как бы, да, что single does what single wants. Одиночка делает то, что он захочет. И никогда не уходит домой рано. Жак Атали
тоже писал об этом еще в 2006 году, что чем более человек одинок, тем больше он потребляет. Поэтому есть этому экономическая подоплека. Соответственно, одиночество начнется с детства, родители перестанут воспитывать детей, рано повзрослевшая молодежь будет страдать от одиночества, пожилые станут чувствовать себя брошенными еще сильнее. Мир зальет одиночество. Ну, это он так прогнозировал, но, в принципе, это все сейчас активно развивается. Появилось такое понятие, как self-purchasing economy, то есть покупка для себя одного. Например, подарок для себя, да, в белье, в аксессуарах, да, то есть где не двойные кольца, а одинарные, например. Посуда не на 6 человек набор, а на одного. Красивая кружка, например, или посуда керамическая, или кувшинчик, да, чтобы соответствовать моему образу жизни. Вот как они пишут, да, например, кружки продаются в сете на 4 персоны, но если тебе нужна только одна, зачем покупать 4, да? И пропагандируются вот такие сеты и наборы на одного человека, например. Плавно переходим к супер важному тренду – женская сила. Надо сказать, что этот век, наш век, в который мы вступили, он феминный. Это век богини Кали, так скажем, на метафизическом языке. Соответственно, женщина становится все сильнее, мужчина становится все слабее. И женщина, как пишет Лия Дель Корт, которая, кто не знает, самый главный тренд-аналитик в мире, которая прогнозирует на не то что сезоны, а на пятилетку вперед, она говорит, что сейчас женщины пытаются найти свое место в мире. И мы должны определить, то есть вы, как вы будете себя ощущать, как вы будете одеваться в будущем. Что мы видим в последних сезонах, это то, что мы видим гипертрофированные феминные формы, когда женщина активно подчеркивает свой силуэт. Открыто женственные вот такие наряды, да, то есть максимально подчеркивается феминность. Как поддерживается этот образ, например, в дизайне, в интерьере? Тоже посмотрите, какие формы появляются. Этот тренд активно продолжается в съемках, потому что это очень большой тренд. Мы видим сильных женщин, которые могут за себя постоять. Опять-таки гипертрофированная маскулинность, проявленная в женщине, да, говорящая о том, что могу себя защитить. Последний показ с гантелями девушки выходит. Опять же, возвращаясь к животному миру, что делает животное, когда оно чувствует опасность? Оно начинает распушаться, доставать свои иголки, да. Это как 80-е, эти плечи, да, говорящие о том, что я теперь наравне с мужчиной могу тоже зарабатывать деньги сама. Соответственно, мы видим вот очень хорошо эти примеры на показе Скипарелли, Валентина. То есть женщина распушает хвост и показывает о том, что она готова защищать свои границы, готова отстаивать себя. Ну и, соответственно, феминность, женственность, мягкость, но при этом и жесткость, твердость, проявленная в дизайне, как проявляется, да? Вот очень интересная тоже эта концепция. Нет, и мужчина на шее. Соответственно, в Европе есть обратный тренд. Это мужчины, которые сидят с детьми. Значит, и если вы найдете тоже в интернете ролик Dove Man Care, вы увидите рекламу Dove, в которой нет вообще женщины. Там только дети с мужчинами. Мужчины их, значит, одевают, они говорят «папа, папа», женщины вообще не фигурируют, мама никак в рекламе. И есть вот такие курсы тоже, Man and Child Care Co. UK, британские, если откроете, тоже посмеетесь, там мужчины ходят на курсы, как вот как дышать при рождении ребенка, как вот сидеть. И вот там это курсы только для мужчин исключительно, женщин там не фигурируют. То есть женщина просто родила, выносила, она пошла дальше работать, а мужчина, вот он учится сидеть, носить, там вот гимнастика для беременных отцов и все такое. Что касается России, посмотрите, 43% российских мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком. Но у нас есть обратная тенденция в России, потому что мужчин сейчас бьют. Лидер, вы не представляете, это Сочи, там вообще катастрофа. Бедные мужчины страдают от рукоприкладства жен. Есть вот такой мем. Вот. А чего вы смеетесь? Это жизнь наша. Жалко должно быть мужика. В Сочи катастрофа. Видите, Сочи, Краснодар, Махачкала, Мурманск, Ростов-на-Дону. Бьешь мужа? А вот так. А ты в Москве живешь, потому что.
Самое главное сейчас причины, посмотрите. Рейтинг поводов. Увидела сервис знакомств, в приступе ярости, мало зарабатывает, не хочет работать по выходным. Жесткая критика фигуры, нарушил мое личное пространство, прочел мой телефон, критиковал маму, тещу, не дал деньги или указал на финансовую зависимость от него. И, соответственно, это все плавно переходит к следующему тренду, гендерный флюи, это вы вздохнули или на показе? Меняемся ролями. Посмотрите, что происходит на подиуме. Силуэт становится более брутальным у женщин. Вот на показе в 2019 году женщина уже сама несет чемодан, а в 2012 еще нес парень. Вот как все поменялось буквально в течение десятилетия. Вот мы видим дальше на подиумах это все выраженная маскулинность. Это девушки, кстати, видимо, которые бьют в Сочи своих мужей. Ну вот вообще просто апофеоз, мне кажется, этого всего. И наоборот, в мужской одежде мы видим элементы женской, да. На самом деле, если вы скажете, что какое время мы живем, ужас, катастрофа, это все уже было. Книга, которую я рекомендую всем прочитать, это Стефан Цвейг «Вчерашний мир». Это его последняя книга, после которой он застрелился вообще, потому что не смог, а отравился, извините. Значит, бунтовали против всякого правила, против природы, против противоположности полов. Девушки постригали себе волосы, что их по мальчишеским головам нельзя было отличить от парней. А мужчины, наоборот, брились, чтобы казаться женственнее. Все должно было быть радикальным и революционным. Вот, пожалуйста, это все было в то время. Но можно говорить об этом тренде как о чем-то таком, ну, баловстве, но на самом деле это имеет экономическую подоплеку, потому что мы видим, что у поколения Z, которое называют самым зомбированным и самым таким манипулятивным поколением, выращенным искусственно, так скажем, они больше всего, у них есть запросы на гендерную флюидность, на такую моду. Они покупают эту одежду, ищут в поисковиках genderless или gender neutral fashion, то есть нейтральная одежда. Самый большой спрос на этот тренд в Северной Америке, Европе, Японии и Южной Корее, там, где как раз рождаемость низкая. Звезды, соответственно, тоже этот тренд несут в массы. Гарри Стайлз, тот же Тимоти Шаломе. И мы видим тоже, значит, Gen Z особенно есть запрос на эту. Прогнозируется 360 миллиардов спрос на безгендерную одежду только в США, а в мире еще больше. В ТикТоке пропагандируется это, в других соцсетях, соответственно. И, соответственно, есть на это спрос. Вот вы видите статистику Business of Fashion, где запрос на того, что не нужно иметь категории мужское и женское, а нужно просто что-то одно. Это страны США, Швеция, Великобритания, Норвегия, Финляндия в топ входит как раз таких стран. И мы, естественно, видим отражение в коммерции. Fast fashion, у Zara гендерная флюидность отражается вот в формате модели, которую они представляют у себя на сайте. У них есть капсула, была Woman Collection, men в скобочках, да, то есть комплекты, которые подходят и мужчине, и женщине. Это имеет еще подоплеку сокращение производственных издержек, да, то, что мы не надо шить мужское и женское отдельно, а можно сшить один жакет, который может и тот носить. Именно с этим связан тот тренд, который вы тоже наверняка экспериментировали, с которым это брюки парня или как оверсайз жакет, вот это все тоже сюда относится. Как бы под тренд, под этим соусом, это все вот сюда в копилку, что может быть пиджак твоего парня, условно говоря, или брюки его. Pull&Be тоже, у них была капсула Equals, то есть равная тоже одежда, которую девушка и парень могут носить одинаковые, в этом нет ничего такого, я могу носить толстовку парня, парень может носить мои джинсы. Это один из трендов, и в дизайне он тоже проявляется, в архитектуре, но сейчас не будем об этом. Zadig Voltaire, у них первая genderless collection, безгендерная коллекция, тоже просто майка, брюки, в принципе, что тебе еще надо? Вот же свитер, зачем тебе покупать что-то отдельное? Вот зашел на сайт Acne, шел в ступор, впал, потому что я не понял, куда мне кликнуть. Здесь shop woman и shop man. Вот, то есть вот вы видите, как это все активно внедряется. Следующая важная тема – это климат, климатические условия, экстремальные погодные условия. Климат будет просто колбасить нас. Это проявляется на подиуме. Мы видим все больше одежды, которая защищает от резких климатических условий. Вот последние прям показы и лукбуки.
Он на первом месте, изменение климата, на первом месте по рискам будущего. Мы видели с вами землетрясение в Турции, в Исландии извержение вулкана, в Виченце, в Италии, подтопление города. Видите, из окна вид, то есть там вода. Запустынивание житницы Европы, а Испания для Европы это хлеб, это ресурсы, и там катастрофическая ситуация с погодой. Вы знаете, там температурно до 45, до 50 градусов, да, соответственно, это отражается. Здесь тоже было видео. Здесь замерзшие птицы, чтобы вы понимали. Это не всплески воды, это замерзшие всплески и замерзшие птицы. В Китае температура за двое суток побила рекорд в провинции Синьцзян. И тысячи птиц вмерзли. Ужасное видео. Ну, то есть здесь нет движения, чтобы вы понимали. Это все мертвое, застывшее водоем. И птицы, тысячи птиц вмерзли. То есть вот по всему глобусу вот такие точки. То есть это говорит о том, что климат начинает реагировать на все изменения, которые у нас происходят. А с точки зрения метафизики, то есть на физике мы видим такие проявления, на метафизике это выплески негативной энергии, потому что Земля и мы это одно и то же. Поэтому пространство реагирует на те изменения, которые происходят у нас с вами в мире. Жак Атали еще в 1906 году писал, что климатические изменения спровоцируют войны. Карта климатических миграций, то, о чем я говорил, миграции будут климатические, политические и социальные. То есть кто-то будет переезжать из-за того, что невозможно жить на их территории. Посмотрите мое видео на YouTube про песок, о том, что выемка песка, она провоцирует то, что многие остаются без жилья во Вьетнаме, например, потому что просто у них обрушивается дом из-за этого, и негде жить. Они ищут новое пристанище, значит, с точки зрения климата, где-то будут непригодные условия с точки зрения погоды тоже, с точки зрения геополитики, вы понимаете, и социальной тоже миграции. Это тот мир, к которому мы с вами идем, к которому мы с вами придем. Соответственно, как это отражается на подиуме? То есть вся одежда говорит о том, что мы должны быть готовы к резкому смену, так сказать, точки жительства, места жительства, уметь все делать в критических условиях и, в принципе, выживать на улице. Вот последний показ Labrum London тоже, посмотрите, он прям мигрантский такой, как бы люди, которые здесь продемонстрированы с чемоданом на голове, которые мигрируют из одной точки в другой, вот прям в точку. И в киноиндустрии это «Земля кочевников» 20-го года, фильм, когда женщина 60 лет, потерявшая все во время экономического кризиса, отправляется как кочевник. Аж три наших тренда с вами в одном фильме. Но Жак Атали писал о том, что это все тоже было, потому что в 80-е 14-й год 15 миллионов европейцев эмигрировали в Америку. Такой период, это как сейчас бы уехало все население Франции, Бельгии, Нидерландов на другую территорию. Следующий важный тренд – это рабочая одежда, роба, о том, чем мы говорили. Она связана с нетрудоустройством молодого поколения, да, потому что если мы возьмем с вами статистику по самым главным видам деятельности в Америке, например, то это продавцы, медработники, курьеры и дальнобойщики. Соответственно, это все отражается в одежде. Вот мы видим на сайтах и на показах, как это отражается, вот это роба, военная такая рабочая одежда, сериал «Медведь», который тоже взорвал, может быть, вы смотрели, да? И что у нас в России, там было про рестораны тоже, мы превращаемся в страну курьеров, ну, это название статьи было. Значит, там у нас сейчас тоже катастрофическая ситуация, у нас сейчас в стране 1 000 000 курьеров, средняя зарплата 110 тысяч рублей, и их все равно не хватает. И дефицит еще 300 тысяч необходимо к концу 2024 года. Может, мы не тем занимаемся вообще, модой. Показы ходят, надо в курьеры, может, пойти. И вот как это отражается, значит, в модной индустрии, в показах, лукбуках, рабочая одежда, Ватман, 2024 год. Очень интересный показ, посмотрите, Андекава. Он как раз два тренда соединяет. Он называется Working Woman, будни работающей женщины. Вот тут прям все тренды в одном показе. На подиуме, в абсолютной тишине, босая, выходит девушка в джинсах, и дальше ее прописывается день. Как она ходит за покупками с пакетиком, как она там вот в дождик идет и так далее, то есть вся ее жизнь. А за кадром без музыки читает режиссер
текст, который называется «Watching a Working Woman», то есть «Наблюдая за работающей женщиной». Это прямо вот последний показ Андекава. Один из моих любимых фильмов, если не самый любимый вообще, это «Манифесты», конечно, 2015 года, где моя же любимая актриса Кейт Бланшетт играет 13 ролей. И одна из ролей – это вот как раз работающая женщина, которая идеально воплотила вот этот образ, который он есть. Она играет женщину, работника мусоросжигательного завода. Тоже в этот же тренд. Сюда же быстренько пробегусь. Это для стилистов. Один из трендов – это стройка как бэкграунд. Если вы ищете, где снимать, то стройка – один из трендов. Это мы видели и у Balenciaga. Помните, да, на стройке? В журналах всевозможных. И обратите внимание, прям зайдите на сайт Asoy, это сеульский бренд. Удивительным образом, когда я посмотрел на их сайте, они точно попадают в тренд. Просто потрясающе. Все кампейны их сняты вот в том, что сейчас очень актуально. Это стройка. Вот их кампейны коллекции 23-й зимы, они как раз в этой стилистике. Производство. Еще один сет для стилистов, как, для стилистов тоже. Как, где снимать? Это на производстве. То есть вот такое индустриальное промышленное производство. Это съемок очень много в журналах. Вот Dua Lipa, в Robe Vivienne Westwood на, каком, на фабрике тоже. Это прям супер блеск красота. Если нужны контакты, дам вам. Куда сходить поснимать. И еще тот же самый бренд Asoy. Уже 24-й год. Тоже съемка на производстве. Гениально. Как они угадывают так тренды. Вот сеульский бренд. Следующий тренд, к которому мы подходим, это люмпенизация. Бедность и неравенство. Инклюзивный капитализм, в который мы с вами приходим, он подразумевает пропорцию 90 на 10. 10 богатых и 90 бедных. Это мир, в который мы с вами входим. Этот тренд не только на подиуме, но и во всех других индустриях. Мы с вами разбирали отчет одного из крупнейших банков России, тренды до 2030 года. И там два главных тренда с точки зрения демографии. Это работа с серебряным возрастом, то есть поколение 65+, и люмпенизация населения. Как работать с этими прослойками? Учат уже работников этого банка. Значит, люмпенизация – это вот такая маргинализация. Если вспомните фильм «Собачье сердце», вот, когда приходит швондер, и женщина, переодетая в мужчину, и говорят, тебе слишком много треспальни. Да, вот то, тот мир, в который мы входим. 10% как преображенские, их мало. Они кушают, это в пищевой индустрии тоже проявляется. Они будут кушать сыр, хорошие продукты. А мы будем есть сметанный продукт. Ну, вот это все заменители, да, потому что не будет возможности купить натуральный продукт. Они будут носить кашемир, а мы из пластиковых бутылок, что нам активно внедряется сейчас тоже. Да. Значит, вот мы видим на показах. Вот эта маргинализация образа, турецкий тоже бренд, Dilara Fendikoglu и много других. Вот это гениальный, ну гениальный, я опять-таки повторюсь, да, он гениальный в том, что как он угадал этот тренд. Эти женщины, они восхитительные. Вот это то, что нас ждет. Потрясающее попадание просто Мальяну, гений. 24-й год тоже последний показ, Калина Страда. Ну и, конечно, Маржела, там тоже же, по сути, показаны такие деграде, условно говоря, показ под мостом, это наркоманы, проститутки, в принципе, вот тот образ, который сейчас будет активно нестись. Потрясающий показ, опять-таки потрясающий с точки зрения социальных трендов. Бараган, обязательно посмотрите, лето 23-го. Вот это образы будущего, вот с такими клиентами нам придется с вами работать в разных индустриях. Вот мужики будущего. И тоже очень интересный показ, Ававав, там зрителям разрешалось бросать в модели мусор, если им не нравился лук. Вот этот упадок, деграде. Фильм с Изабель Юппер «Крестная мама», где она в поисках денег для себя начинает приторговывать пластилином. Удалить историю, ну пластилин в другом смысле. Удалить историю, социальный фильм. Очень много в Европе появилось социальных фильмов. Они завоевывают призывы, о них могли не знать, где люди возраста 50+, ищут себя как бы, да. И чешский фильм «Собственники» потрясающий. Типа, если кто любит гараж, вот это гараж по-чешски, условно говоря. И «Треугольник печали» смотрели? Вот тоже это разделение, да, и как богатые попали в шкуру бедных. Это плавно переходит к следующему тренду бора. Бора – это японский термин, то есть, ну, условно, это patchwork, да, вызванный необходимостью из-за того, сшить из старой одежды что-то, да.
В США проходила выставка в 2019 году в такой эстетике, которая как бы пропагандируется, внедряется. Это все под лозунгом того, чтобы сократить как бы издержки производства, шейте из штор. Вот мы видим Андерсон Белл и все другие показы, которые активно используют этот тренд на пэтчворк. Это как раз для нас, для 90%. Ну и чтобы не завершать, у меня 14 трендов, осталось 2. Чтобы не завершать на такой теме, потому что мы все мои лекции такие, только с валерьянкой. Там вот еще потом не спят неделю. Это еще я цветочки вам. Ягодки я удалил. Значит, 13-й тренд – это все-таки захочется праздника, да, искать возможности как-то отпраздновать то, что у тебя хотя бы есть сейчас. Это отражается в отдельном тренде на праздник. Вот мы видим прям самые-самые свежие съемки. И на подиуме тоже, соответственно. Очень интересный последний лукбук, тоже свежий, это зима 24-го. И вот здесь такой микс сочетания теплоты и меланхолии. Они соединяют праздник и грусть в одних лукбуках, в одних кампейнах. То есть один кампейн, ты вроде бы как веселишься, но при этом вот сосет под ложечкой такой какая-то тоска, тревожность где-то на заброшенном берегу. И вот это мне очень нравится, да? Такая натянутая улыбка, да? А ничего не предвещает. То есть это искусственно вымучено. Мне это напомнило фильм «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон. Не смотрели, где во время девичника они угробили стриптизера. И одна из них говорит, ну мы еще можем все исправить, у меня есть Нурофен. Вот, но он ничем не поможет убитому стриптизеру. Вот здесь это напоминает улыбка, да давайте же все-таки веселиться, а вокруг там вот как бы так. И последний тренд – это юмор. Закончим на юморе с вами. Это ирония, это абсурдность, это зарядить настроением каким-то себя. Мы это все видим в кампейнах, в лукбуках, на подиуме тоже. Соответственно. И вот из последнего это Balenciaga, платье из нижнего белья. И еще Unreal H, по-моему, называется тоже. Вот вообще просто шарик в рубашке вместо моделей. Потрясающий такой юмор, ирония над тем, что происходит вокруг. Вальтер Берендонг. И заканчиваю цитатой того же Жака Атали, который писал, что произойдет еще много событий, лучше или хуже, но красота защитит затухающую искру человечества, люди создадут новые произведения искусства, возникнут новые песни, и, конечно, мы будем любить. Спасибо за внимание. Мой телеграм, там тоже много чего интересного. И если у нас есть время, я готов ответить на вопросы. Настю не вижу. Есть у нас время? Если кто, задавайте. Готов ответить. Никто? Ну хорошо, пойдем праздновать тогда чего. Спасибо вам.